Во вторник Иркутскую область порадует теплая погода. В большинстве городов переменная облачность и без осадков. Подробнее о погоде расскажем в нашем прогнозе. Во вторник, 28 января, в Ангарске переменная облачность и кратковременный снег. Давление 726 миллиметров, ночью минус 15, а днем минус 4. Чуть выше температура в Шелихове, там переменная облачность и кратковременный снег. Давление 723 миллиметра, температура минус 13 ночью и минус 4 днем. В Усть-Куте без осадков, в городе переменная облачность. Давление 736 миллиметров ртутного столба, ночью минус 27, а днем до минус 11. В Усть-Илимске переменная облачность и без осадков. Давление составит 747 миллиметров. Температура воздуха ночью минус 26, а днем минус 11. Без осадков погода в Братске. В городе переменная облачность, давление 729 миллиметров ртутного столба. Ночью минус 25, а днем минус 12. В Тайшете переменная облачность и без осадков. Давление 743 миллиметра. Минус 25 ночью и минус 12 днем. А в Саянске кратковременный снег. В городе переменная облачность, давление 713 миллиметров. Температура ночью минус 16, а днем до минус 5. Похожая погода в Черемхово. Переменная облачность и кратковременный снег. Давление 710 миллиметров. Температура ночью минус 16, а днем до минус 5. В Усолье-Сибирском переменная облачность и кратковременный снег. Давление 723 миллиметра ртутного столба. Ночью минус 16, а днем до минус 4. Также в Байкальске переменная облачность и кратковременный снег. Давление 714 миллиметров. Ночью минус 15, днем минус 4. Холоднее в Бодайбо. Там переменная облачность, преимущественно без осадков. Давление 745 миллиметров. Ночью минус 27, а днем 18 градусов ниже нуля. В поселке Мама переменная облачность, преимущественно без осадков. Давление 738 миллиметров. Ночью минус 27, а днем в городе минус 19. В зиме переменная облачность и кратковременный снег. Давление 720 миллиметров. Температура ночью минус 16, а днем до минус 5. А в Иркутске переменная облачность и кратковременный снег. Давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 15, а днем до минус 5. Улыбайтесь при любой погоде и оставайтесь на аисте.